Лещина. Найс. Всем ком! Трейлер нового DLC к Elden Ring'у дропнули. Позырим на канале Каза? Нет. Позырим на моем канале, когда буду стримить BG3. Блин, если честно, не уверен, что я захочу играть в Elden Ring. Тем более заново проходить игру. Когда стрим видосов будет? Умалишенный, что-то я? Стрим видосов будет, я даже не знаю когда. Может быть в апреле? Может быть в марте? Гайз, я не знаю, что вам сказать. Я не хочу стримить то, что мне неинтересно. Ну, рано или поздно, понятное дело, будет стрим видосов снова когда-нибудь. Ну, блин, эти стримы видосов, эти уёбки кидают всякую, короче... Ну, запрещенку. Я просто кликаю по ссылке, да? И там открывается какая-то хуйня запрещенная. Ну, если чекнул прошлый видос, чекни этот, пожалуйста. Да, блядь, да что ты хочешь 15. От меня, блядь? Да ты, блядь, со своими тупыми видосами. Почему должен, блядь, смотреть что-то? Блядь, твари ёбаные. Пиздец. Я же не могу каждую ссылку чекать, блядь. То есть закрывать экран каждый раз, когда приходит донат, потому что на стриме видосов донатов просто миллиард. Там донаты 24 на 7. Даже если поставить донат минималку 1000, там донаты 24 на 7. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Не нужно кланяться. Почти не нужно. Привет, Виктор. У меня сегодня Виктор. Прям очень хуевый день выдался. Привет, Валера. Поддержи меня, Рафлан, ебало. Просто выговориться хотелось, подними мораль, блесринг. Бывает? Ну, не так я тебя поддержать. Ну, типа, бывают хуевые дни, но... Че сказать? Бывает. Бывают дни, когда он просто не идет. Во всех смыслах, везде. У меня бывают дни, где мне вообще во всем абсолютно не везло, нереально. Бывали дни, когда я, допустим, стримил какую-то игру на мейнстриме, и у меня в этой игре абсолютно все не получалось, я раздражался, горел. Потом после мейнстрима я шел в казино, стримил, допустим, 5 или 6 казиков, то есть до хуй. И в каждом проебал без шансов, ни копейки не получил. И при этом, помимо этого, еще там до стримов что-то хуевое там могло бы быть, ну, типа, было быть. А потом на следующий день внезапно все получается, с самого начала. Привет, Попечь. Был ли Здорово. Ты когда-либо в жизни в Дискорд-звонке? Да, и чё? И если да, насколько давно это было? По-моему, получается, последний раз я был в Дискорд-звонке, когда как раз фанаты из моего Дискорда, из моего Дискорд-канала просили с ними поговорить, там какие-то вопросы задавали всякие. Вот это был, наверное, последний раз, я не уверен. Ну, типа, я Дискордом не особо пользуюсь, я Дискорд захожу только на свой сервер фанатский. Все, я Дискордом не пользуюсь. Вода газированная или нет? Нет, я не пью газированную воду. Арбузы или дыня, ни то не ем. Я почти ничего не ем. Арбузы, дыня, не ем, ни то. Противно, ни то. Я не смог бы есть ни арбуз, ни дыня, меня бы вырвало, стошнило, ну типа, я бы блеванул. Причем там очень быстро. Это прям, ну, несъедобно для меня. Помолчи. Как тут что-то поймать, неизвестно. Привет, паритет. Здорово, фикусы. Помнишь меня? Паритет, фикусы. Я себе сегодня под стрим взял очень вкусное крафтовое пиво. Одно со вкусом селедки, другое со вкусом пиво души Пиво со вкусом селедки, Сижу моча со вкусом селедки. Моча со вкусом селедки. Not bad. Другое со вкусом дошика с курицей. Бля. Что такое дошик? Это мивина? Последний раз мивину ел лет 18. Пиздец, вредная мерзость. Бля, вы тут обсуждаете мой геймплей Baldur's Gate 3. Ему бочки спасают его казуальную задницу. То есть использовать механики игры равно быть казуалом. Понял, принял. Это что-то из серии, когда в Dark Souls убиваешь босса с чем-то, кроме стартовой дубины. Пиздец, ты казуал. Использую сильный меч. Ты казуал. Ебать ты даун. А есть видос на ютубе, где чел убивает того рыцаря на коне, да, из Elden Ring, который, ну, в начале. Со стартовой дубиной. А ты казуал, блядь. А ты слышал поговорку «не свисти, биквинов не будет»? Я не верю, что ты всякую хуйню. Моё пиво. Я вот недавно купил томатное гози. Томатное гози. Это сорт пива. Со вкусом чеснока. Конг. Ебать, чесноком на весь дом воняло. Затестил бы такую вкусняшку. Не бесплатно, чел, не бесплатно. Перепрошел бы свою жизнь на другую концовку. Какую концовку? Какая концовка? А как вообще в жизни может быть концовка разная? Ну, типа, у всех одинаковая концовка, разве не? Ну, типа, может быть и нет, но... Я пока этого не знаю. Какая нахуй разница, какая концовка, если ты, допустим, умрешь, а не вы... Тогда не важно. Тогда важна только текущая секунда, получается. Кстати, это больно делать челюстью эту хуйню, этот звук. Потому что я когда так делаю, что челюсть дрожит вот здесь, напрягается.
Да, это неприятно. А еще вопрос по механике. Если прожать Дастин, то возможно ли увидеть тебя? Че? Я невидимый? В каком смысле? Умеешь менять голос? Да, умею, представь себе. Дальше что? После БГ что будет? Тебя ебет! Ты знаешь, сколько еще лет БГ я буду играть, чел? Тебе лучше не знать. Чел, иди разработчикам пиши про бочки. Нахуй ты мне-то пишешь, пизнутый, блядь, пишет мне про бочки. Иди разрабам напиши, чтобы бочка весила, не знаю, 100, например, веса. Или чтобы, ну, когда ты бросаешь бочку из инвентаря, оно отнимало действие у тебя, у персонажа. Что типа такого? Иди это им пиши, нахуй ты мне это пишешь, блядь. Бочки, блядь, казуал. Иди зайди к своему бате в комнату прямо сейчас и дай к нему, что он казуал. Уверен, причину ты найдешь. Что выберешь, ведро говна или ведро мочи? Садим тебя в ведро говна и выливаем на голову ведро мочи. За какую ЗП пошел бы продавцом в магаз? Бля, ты себе даже таких представить не можешь средств. Продавцом в магаз, это же вообще пиздец. Ты должен с людишками общаться целый день, с их тупостью постоянно считаться и при этом быть вежливым. Это вообще борода. Такого типа работа. Рядом с людишками находиться, терпеть тупость, быть вежливым постоянно. Не, быть вежливым это одно, как бы, но суть в том, что ты не можешь пойти отдохнуть от их тупости, ты должен это терпеть. Вежливым быть несложно так-то, но просто постоянно рядом. Собирал пазлы в детстве, ну, наверное, чуть-чуть. Не, в пизду. Всем пока. На сегодня все. Я на унылочах. 7 казов подряд, ебал. Это, конечно, не везет наконец-то. Ну, очень долго везло. Ладно, всем пока. Завтра, короче, одно из двух. Либо Baldur's Gate на мейнстриме, либо микрострим по Таркову, а потом Казик. Одно из двух завтра. Все, всем пока. Прощавайте, хлопцы-то девчата. Доброй вам ночи, любимолята. Пока.